Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Зомботир, Пиратская жизнь, Аркадная РПГ, Гоночный раннер, Приключения с Бигфутом и Трэша Трэша. Мне даже уже как-то стыдно об этом говорить, но Gunfinger — это шутер, или даже вернее сказать, тир, в котором мы будем убивать, не поверите кого. Ага, этих самых. Игровой процесс сводится к элементарному затапыванию врагов, что не ново, но довольно удобно и увлекательно в тире такого рода. В игре хорошая музыка, добротная графика, 90 миссий и огромный выбор оружия, каждая из которых имеет свою дальность поражения, скорострельность, кучность и типы модернизации. Captain Sabertooth — это забавная игра про пиратов, основанная на известной норвежской театральной постановке, в которой ты сможешь поплавать на кораблях, поучаствовать в сражениях и поисках сокровищ, улучшай пушки и обшивку корабля, нападай на грузовые и военные судна, добывай трофеи и золото. В игре присутствует сюжет, множество квестов и интересных мини-игр. Протагонист Гримвар — безработный герой, наткнувшийся на выгодное объявление в газете с просьбой очистить гигантскую башню от призраков, монстров и прочей нечисти. Тебя ждет сотня этажей, наполненных врагами, ловушками, боссами и сокровищами. В игре присутствует RPG-составляющая, красивая 2D-графика и довольно нестандартный сюжет. Infinite Racer Blazing Speed — это некая помесь гонок и раннера. Мчась по разнообразным уровням, ты будешь тапать по двум сторонам экрана, увиливая от препятствий, собирая монеты и выполняя комбо для лучшего результата в таблице рекордов. Открывай новые авто и достижения. В игре очень яркий динамичный геймплей и крутые экшен-эффекты. Jacob Jones and the Bigfoot Episode 2 — это, кто не знает, продолжение великолепной приключенческой игры про одинокого и не очень общительного мальчика по имени Джейкоб, который, отправившись на отдых в летний лагерь, познакомился с настоящим Бигфутом по кличке Бигги. Теперь им вместе предстоит отправиться в путешествие через жуткие горы Крэкскал, чтобы попытаться раскрыть тайны прошлого Бигги. Тебя ждет захватывающий сюжет, море добротного юмора и великолепная графика. Ну и приступим к трэшу. Princess Wash Bathroom, что можно перевести как «Принцесса моет сральник», это захватывающая игра для всех девушек, демонстрирующая своей идеей и геймплеем, что сральник может мыть каждый, даже самая дорогая и крашеная кукла. Сегодня редко можно увидеть столь поучительные игры. Princess Wash Bathroom подойдет не только подрастающим леди, но и многим взрослым женщинам, которые, возможно, забыли свои таланты и обязанности. Установи эту игру своей подруге, девушке или маме, и они не останутся к ней равнодушны. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блин. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.